Самодеятельный коллектив из Амги примет участие в международном фестивале «Единство России. Богатство России». Он пройдет в День народного единства 4 ноября в Москве. Коллектив уже прибыл в столицу России и накануне встретился с исполняющим обязанности постоянного представителя Якутии при президенте России Юрием Заболевым. Он рассказал гостям о работе постоянного представительства региона и вручил памятные сувениры. В свою очередь танцоры рассказали о себе.